Спонсор выпуска – сервис по доставке товаров из США «Бандеролька». Приветствую всех, дорогие друзья, и в этом видео мы рассмотрим самое продаваемое защитное стекло на eBay. Поехали! Итак, стоит данное стеклышко всего 5 баксов и поставляется вот в такой вот маленькой пластиковой коробочке. Толщина стекла 0,33 мм, так что устройство сильно больше не станет. Также защитное стекло имеет закругленные уголки, дабы пальцы ваши не цеплялись. Ну а также на коробке заверяется удара и царапина стойкость, тоже качество картинки, что и без стекла, а также специальное покрытие, которое предотвращает появление отпечатков. Ну а также лично от себя добавлю, так как защитными стеклами я уже пользуюсь очень давно, заметил, что ощущения от прикосновения с ними точно такие же, как и с родным стеклом, в отличие от простых защитных пленок, по которым водить пальцем по экрану не так приятно. Комплект поставки в принципе стандартный, тряпочка для протирания экрана, само стекло и промоченная спиртом тряпочка для обезжиривания экрана. Процесс установки такой же, как и везде. Протираете экран, снимаете пленку защитного стекла и аккуратненько равняетесь и кладете стекло сверху. Обычно все пузыри уходят сами, ничего делать не нужно. Если же что-то осталось, то просто выводим это тряпочкой. Процесс на самом деле куда проще, чем защитной пленкой. По крайней мере, пленок я уже перевел кучу, постоянно что-то не получается. То криво наложу, то пылинка попадет, то пузыри не выводятся. А тут как-то все проще. Как вы видите, стекло немного меньше стекла iPhone 6 Plus. Это связано с тем, что углы у 6 Plus закруглены, и иначе стекло бы тупо торчало по сторонам. Краш-тест в этот раз мы проводить не будем. Я лучше просто сообщу через пару недель, как ведет себя стекло, появились ли на нем царапины, ну и так далее. Если кому интересен краш-тест защитных стекол, то довольно-таки давно, около 2, а то и 3 лет назад, я снимал защитные стекла компании Spigen, а также довольно жестко их тестировал. Ссылочки вы найдете в описании этого видео. Также в описании вы найдете ссылки на это стекло для iPhone 6 Plus и для других устройств. А на этом все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на оба мои канала, оценивайте видео, а также фоллоуйте меня в социальных сетях. Всем пока!